Эта аббревиатура уже давно не требует расшифровки. Белорусский республиканский союз молодежи только в Гомельской области насчитывает около 60 тысяч членов. Самым юным участником может быть 14 лет. Главное – быть активным и неравнодушным. Так, одним из важных направлений работы БРСМ стало волонтерское движение. Доброе сердце объединяет чутких людей, тех, кто хочет помогать другим. Они заботятся о пенсионерах, ветеранах и сиротах, занимаются благоустройством территорий и организуют благотворительные акции «Все краски жизни для тебя», «Восстановление святынь Беларуси», «За дело» и «В школу с добрым сердцем». Мы ходили к бабушкам, помогали им убираться, готовить и дарили им подарки. А еще мы были недавно на Восходе. Мы там, получается, давали детям рюкзаки. Вот. Школа с добрым сердцем. Мне нравится помогать людям, потому что это добро, это отношение к людям так, чтобы относились к тебе. Во время летних каникул БРСМ трудоустраивает тысячи студентов и школьников, давая возможность получить опыт работы и первую зарплату. Юноши и девушки трудятся в сельскохозяйственных, сервисных, экологических, медицинских и строительных отрядах. Активисты ездят на заработки в Туапсе, Сочи и Московскую область, работают на крупных предприятиях и строительстве социально значимых объектов. И, конечно, помогают во время уборочной. В прошлом году мне предложили вступить в этот отряд, поработать в трудовом лагере. Я с удовольствием решила пойти, потому что летом особо дома делать нечего было. Решила и помочь нашей деревне, и просто, чтобы провести с пользой время. Работала на складе у нас в деревне. Мы убирали зерно, подготавливали какие-нибудь склады, убирали, фасовали все это зерно, ну, помогали в уборке. Творческие проекты БРСМ «Зимняя радуга», «Королева весна», «Студент года», «Автоледи» и «Властелин села» помогают раскрыть молодые таланты и заявить о себе. Продемонстрировать коммуникативные навыки и широкий кругозор можно, участвуя в открытом диалоге. А конкурс «100 идей для Беларуси» стал хорошим стартом в реализации десятков проектов. «Умный дом», «Электронный фликер для велосипедистов», «Фермерская разработка хутор Мёбиуса» – эти и другие креативные и полезные идеи изобретатели и молодые ученые представили в прошлом году перед экспертным жюри. За свою деятельность гомельские активисты неоднократно получали признание на уровне республики. В этом году Гомельский областной комитет был признан лучшим по волонтерской деятельности в рамках проекта «Доброе сердце». Из 15 номинаций в 8 мы заняли первые места. Также проект «100 идей для Беларуси», два наших парня, они заняли призовые места на республиканском этапе. Несмотря на все наши достижения и результаты, конечно же, у нашей организации огромнейший потенциал, который мы будем стараться использовать по максимуму. Все это лишь малая часть тех акций, проектов, идей и конкурсов, которые нередко зарождались и находили поддержку именно в БРСМ. Билет Союза молодежи – ничто иное, как возможность научиться добиваться целей и делать этот мир лучше. Анна Корольчук, Елена Василюк, Игорь Марищенко. Новости недели.